Улица-невидимка обнаружилась в селе Верхней Пашино Енисейского района. Некоторые учреждения ведомства, например, пенсионный фонд, не находят ее в своих базах данных. Как следствие, у жителей возникают проблемы с оформлением различных документов. И это при том, что у людей имеется официальная прописка. Я пошла насчет ребенка в пенсионный фонд, так как она у меня стоит на инвалидности, и мне надо было переоформлять пенсию. Я пришла в пенсионный фонд, отдала свидетельство о регистрации, но у меня в справочнике пенсионного фонда не нашли. Как поясняют в сельсовете, новая улица под названием «Молодежная» официально появилась еще в декабре 2011 года в результате соответствующего постановления. Люди получали участки и взялись возводить дома. Прописываться в них начали с прошлого года. У новоселов есть свидетельство на землю и построенная недвижимость. Сельская власть уже связалась со специалистами ФИАС, это федеральная информационная адресная система. Глава сельсовета уверяет, что проблема должна решиться в ближайшие дни. Пенсионный фонд пользуется единой базой, которая у нас называется «Классификатор адресов Российской Федерации», «Кладр». И мы пользуемся системой, которая ФИАС. И вот несогласованность, может быть, вот этих двух структур не дает возможности нашим жителям получать какие-то вот услуги.